12 марта Госсовет созывает депутатов на внеочередную сессию. Распоряжение об этом подписала спикер Надежда Дорофеева. На повестке единственный вопрос – изменения в бюджет. Причина срочности готовящейся к проведению по всей стране 22 апреля голосований по поправкам в Конституцию России. А регион намерен направить на оргработы почти 50 миллионов рублей. Впрочем, львиную долю расходов 120 миллионов возьмет на себя Центральная избирательная комиссия. Как сообщается, нужные суммы КОМИ перераспределит из ассигнований, предусмотренных на предоставление грантов, на поощрение муниципальных образований и тех, что предназначены на обеспечение деятельности аппарата администрации главы.